Французская пара Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон стали трехкратным чемпионами мира на проходящем в Милане мировом первенстве. Спортсмены обновили рекорд в произвольной программе и по общей сумме баллов. Накануне мировое достижение пало и в короткой. Второе место, проиграв более 10 баллов, заняли Мэдисон Хопуэлл и Захари Донахью из США, бронза досталась канадцам Кейтлину и Эндрю Паже. Российские пары Александра Степанова, Иван Букин и Тиффани Загорски, Джонатан Гурира заняли 7-е и 8-е место. Итоговое положение, танцы. 1 Габриэла Пападакис, Гийом Сизерон, Франция, 207,20, мировой рекорд, 2 Мэдисон Хопуэлл, Захари Донахью, США, 196,64, 3 Кейтлин Оливер, Эндрю Паже, Канада, 192,35. 7 Александра Степанова, Иван Букин, Россия, 184,1, Тиффани Загорски, Джонатан Гурира, Россия, 180,42. На Олимпиаде в Хюнчхане Пападакис, Сизерон стали вторыми, уступив канадцам Тесс Северчу, Скотту Мойру. Российские пары не добыли третью путевку для России на следующий чемпионат мира. Это случилось, если бы сумма мест пар была бы не больше 13. Все главные истории в вашем телеграме.